На КАМАЗ я устроилась в октябре 2017 года, будучи еще студентом 4 курса университета по целевому направлению, работала по полдня. По окончанию высшего учебного заведения я уже перешла на полный день и по сей день работаю уже полноценным рабочим днем. И наш коллектив очень молодой и очень дружный. Были хорошие наставники, они всему меня обучили, и у меня вначале трудностей не было. Занимаемся 3D-моделированием технологических процессов сборки. Тем самым мы на ранних этапах проектирования изделий уже исключаем возможность несобираемости конструкции. Сейчас наш отдел моделирует основные узлы нового модельного ряда. Уже изначально в школе меня интересовала математика. Даже когда я обучалась в университете, я понимала, что мне интересно рассматривать чертежи, изучать их. Мне с самого детства нравились машины. Даже в 11 классе в школе я обучилась в автошколе, и как исполнилось 18 лет, я получила права. И с тех пор я вожу машину, мне это очень действительно нравится. К сожалению, на КАМАЗе прокатиться мне еще не удалось, но я обязательно хочу это сделать. На КАМАЗе 54-901. В том году я участвовала в конкурсе профмастерства среди молодых технологов и завоевала призовое место.